Очень красивая, веселый, позитивный человек. Максима е много привлекателен. Често се губя в погледа му. Она не способна сделать что-то плохое. Леко сериозен и замечтан поглед, който не съм срещала такъв до сега. Улыбка, глаза очень красивые. Спокоен, търпелив, но понякога бързо избухва и бързо затихва. Много упорит. Характер непростой, старается всегда как-то угодить. Но с другой стороны, она очень упрямая. Если она что-то хочет, она этого будет добиваться. То, что когда мы ругаемся, зачастую она говорит всегда тихо, спокойно. Меня не знаю, почему это начинает еще больше злить. Мягкая сила, можно сказать. Научихся да се согласявам повече. В принципе, у нас очень много с ней схожих взглядов на жизнь. Той ме допълва идеално. Понравилось, влюбился. В тръпчинките му се влюби. То, что увидел в ней все те качества, которые искал в девушке, в принципе, в своей жене будущей, когда я еще был один. Това усещане беше толкова силно, че се доверих. Младите хора твърдят, че за тях брака не е важен, но за мен това е едно обещание, което ти си готов да дадеш. Самое главное – ценности семейные. Любов, взаимоуважение, понимание, порядок в доме. Добрина. Любов к детям. Скромност, затърпение, любов. Ну вообще изначально как бы я планировал, что, конечно же, у нас будут дети. Я хотел бы троих, четверых, хотя бы двоих минимум. Винаги съм си представила, че ще имам момче и момиче. Где бы хотели жить, вопрос сложный. Аз съм щастлива там, където са моите близки хора. България, Франция, может быть еще где-то. Я на Марс бы полетел, Ива нет. Като бях по-малка, винаги съм искала да живея във Франция, около морето. Поехать в Канаду. В старости, чтобы у нас были животные, потому что я люблю животных очень, собак и кошек, помогать детям с внуками, заботиться о внуках тоже. На 80. Все още така усмихнат, си го представям. Ще кара внуците да му купуват бира, например, нещо. Я думаю, что она будет, прежде всего, она будет такая добрая мама и бабушка, которая будет всех любить, ничего не будет никому запрещать. Представям си го изключително спокоен. Нищо не може да го притесни или ядоса. Характер, я не думаю, что сильно изменится. Мне кажется, она такой же останется доброй, милой, общительной, веселой. À mon existence, j'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as